Принял эстафету от канала Rock'n'Roll и расскажу о играх, которые мне нравятся. При этом они ненавистны большинству других людей. Если подумать, таких игр, как ни странно, я знаю много, но выбрал 4 самых-самых. И да, хоррор-игра будет только одна, из-за того, что у большинства хорроров, которые мне нравятся, будут в будущем свои полноценные обзоры. И я не хочу спойлерить их названия. Начнем! Технокоп – это экшен-игра, вышедшая на разных платформах, в том числе и на Sega Mega Drive. Сеттинг почти полностью скопирован с Безумного Макса. Сюжет у игры практически отсутствует. Мы полицейские в постапокалиптическом будущем, боремся с бандами панков и других отморозков. Геймплей состоит из двух частей. В первом мы едем на машине, оборудованной пушкой, и стреляем по врагам. Когда получаем задание, выходим из машины и должны ликвидировать или арестовать одного из преступников. Для этого мы можем стрелять либо сетью, либо патронами. Все это по тиканье таймера. Не успели, возвращаемся в машину и едем дальше. Нас никто не ограничивает. Собственно, вот и все. У игры были плохие отзывы как и в прессе, так и от обычных игроков. Кривое управление и анимация. Бессмысленный однообразный геймплей. Все уровни похожи друг на друга. Все это усугублялось высокой сложностью, а при прохождении игры мы получали абсолютным счетом ничего. Просто было написано, что игра закончилась. Но как ни странно, мне эта игра нравится. Я понимаю, что она ужасна. Вполне возможно, что это ностальгия, но мне приятно играть в нее, несмотря на кривизну. Только из-за комичной и одновременно жуткой анимации смерти врагов я готов запускать ее снова и снова. Корпорация или Киберкоп – один из первых трехмерных FPS, вышедший на 2 года раньше Вольфенштейна 3D. Геймплей был очень сложный для своего времени и включал в себя не только стрельбу, но и элементы RPG и стелса. Сюжет игры переносит нас в мрачное будущее, где все в мире подвластно корпорациям. Одна из них подозревается в незаконном создании биомутантов. Мы играем за агента национальной безопасности. Нам поручено проникнуть в здание корпорации и разоблачить ее. Мы можем выбрать одного из 6 агентов, после чего начинаем игру на крыше здания. И наша цель спуститься в подвал, пройдя через 8 этажей. Также нужно искать улики, которые позволят прекратить незаконные генетические эксперименты. Большинство людей, которые играли в корпорацию, говорят, что она сложна и неинтересна. Вдобавок еще текстур на стенах практически нет. Все выглядит одинаково. Куда идти и что делать, непонятно. Игрок, не успев разобраться, просто умирает. Но если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть отличную экшен-РПГ с продуманным геймплеем и сложной ролевой системой. Мы ходим, скрываемся от камер, уничтожаем врагов, взламываем замки и терминалы, используем импланты для улучшения характеристик, восстанавливаем энергию, с помощью которой пользуемся техникой, ищем ключи-карты, с помощью которых передвигаемся по этажам. Также в игре сложная система получения урона, которая разделяется на все тело. По сути, игра опередила свое время, и уже после многие популярные игры использовали ее наработки, такие как System Shock и Deus Ex. Deadly Towers – это экшен-РПГ, вышедшая в 86 году на Famicom NES, одна из первых ролевых игр на платформе. По сюжету, принц Майер должен отправиться на Северную гору, чтобы сжечь 7 колоколов в священном пламени. Они находятся во дворце дьявола тьмы Рубаса, а после убить самого Рубаса. Мы бродим по дворцу и его окрестностям, убивая монстров, исследуем запутанные лабиринты и собираем монеты. На них в магазинах покупаем новое снаряжение. За счет этого становимся сильнее. Геймплейно все напоминает Зельду, с одним маленьким различием. Игра очень сложная и запутанная.
чтобы пройти ее, придется запомнить все комнаты, которые довольно однообразны. В каждой из них просто куча врагов, для убийства которых требуются десятки ударов. Тяжело было в 86-м году без турбо-джойстика. Игру разнесли все, кто только мог, а после обзора АВГН ее ненавидеть стали еще сильнее. Большинству не нравится высокая сложность и запутанная структура дворца, но для меня это хорошая игра, и я с удовольствием играю в нее иногда. Но пройти так и не смог. Пока что. Но я стараюсь. Escape from Monster Manor – это эксклюзив для приставки 3DO, а также одна из самых первых игр в жанре FPS на консолях. Ее создатели при создании игры вдохновлялись Wolfenstein 3D. Сюжет в игре достаточно прост. Существует магический талисман, который защищает своего носителя от зла. Случилось так, что он раскололся, а его осколки спрятаны по всему особняку с привидениями. Мы играем за безликого парня, о котором неизвестно ничего. Но у нас есть оружие. Это футуристический пистолет, стреляющий молниями. Мы должны, рискуя своей жизнью, собрать талисман воедино. На каждом уровне наша цель – найти кусочек пропавшего талисмана, а затем найти выход с уровня. По уровню разбросаны боеприпасы и заряды для пистолета. Также нам нужно находить ключи от запертых дверей. Каждый ключ можно использовать только один раз. В игре 12 уровней. Из оружия у нас только наш пистолет. Больше нет ничего. Игру ругали за однообразие и пустоту, но хвалили за хорошую графику. В Escape from the Monster Manor удивительно жуткая атмосфера, которая меня просто пленила, и я не переставая играл в нее, проходя уровень за уровнем. Впоследствии эти же разработчики развили свои идеи в новой игре, которой стала культовая Killing Time для 3DO. Если вам интересен полноценный обзор на Escape from the Monster Manor, пишите в комментариях. На этом, собственно, все, а эстафету я передаю каналу Old Fuck Room. Все ссылки в описании к видео.